Выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва подходят к концу. В Якутии начался последний час голосования, и по свежей информации в республике процент явки избирателей составляет в среднем 42,21%. Это 264 208 человек от общего числа избирателей. День выборов всегда важен был, особенно для нашей России, когда мы выбираем тех людей, наших кандидатов, которые будут строить дальнейшее нашей Родины. Это единственный день, когда мы можем выразить свою гражданскую позицию. И призываю всех горожан голосовать, потому что от этого зависит наше будущее. Все-таки решается судьба города, республики. Так что каждый должен прийти, выбрать свою партию. День голосования, в который каждый сознательный гражданин может принять участие в формировании органов власти и тем самым приложить свою лепту в наше будущее, создать, так сказать, то, где мы живем. Проголосовать за наше будущее, за будущее внука, за гражданский наш долг. Это как праздник большой. Вот. Для нашей республики и всей страны, потому что должно быть единое все у нас в России. Вот. И мы должны надеяться и жить твердой почвой. Когда мы были еще школьниками, например, я помню, как наши родители голосовали, и всегда выборы были как праздник, прямо с самого раннего утра. И потом... была такая радость, что, в общем-то, выбрали именно тех людей, которые достойны. Я думаю, что население Якутии, люди здоровые, мудрые, понимающие, что кроме нас никто этот выбор не сделает. Приходите, пожалуйста, на избирательные участки и отдайте свой голос за тех, кого вы считаете достойным. У нас порядка 900 человек находятся в рейсах на наших судах. И поэтому мы поработали, все получили экипажи, все члены экипажа получили открепительные, и они проголосуют в любой точке, где они находятся.